Почему я голосую за Михаила Прохорова? Потому что настало время перемен. Появились новые цели, новые задачи и новые результаты. А за этим человеком хочется идти. По его достижениям в культуре, в его вклад в спорт, который я очень ценю, потому что я сама спортсмен, занимаюсь большим теннисом. И хочу, чтобы наше общество развивалось именно спортивное, особенно молодежь. Здоровая нация, здоровые дети, здоровое наше будущее. За сильным лидером хочется идти, хочется добиваться результатов, хочется делать нашу жизнь лучше, простых граждан, россиян. Я голосую за Михаила Прохорова, потому что он высокий, успешный, добился очень многого в бизнесе. Я голосую за Михаила Прохорова, потому что верю, что при новом президенте будут создаваться новые крепкие семьи, будут рождаться новые дети, молодое поколение, которое будет расти нравственно воспитанным, добрым, честным, целеустремленным. За ним стоит идти, ему стоит подражать, да? Я верю ему, я думаю, что вы поверите ему тоже. Я голосую за Михаила Прохорова. Он лидер, и значит, нас ведет вперед. Я верю, что при новом президенте лучше будет развиваться культура, искусство. Что каждый школьник будет читать историю, литературу. Мы голосуем за Прохорова.